Добрый день, коллеги. Добрый день, менеджер. Ну, я тогда пошел на осмотр всех SCP объектов. Я смогу это делать только чтобы их ознакомить. Ёпперас. Куда это? Я извиняюсь, это новые елки мы заказали. Наноголографичные. А у кого вы такие елки купили? Это я на Розетке купил, заказал. О, пропало. Все, подписка кончилась. У инженера рация есть? О, не, боюсь, не выдали. Забыл дома. Ну, у меня лишнее. А, да. А я ее в шкафчике у кого-то украл, хотел на этом, на куфре продать. Ну, в смысле украли? Не задавайте лишних вопросов. Ладно. Инженеры, зарплата маленькая, нас там рассекретили, ну вот... Да я тоже солярку с генераторов краду немного иногда. Ну, пойдемте вместе тогда, пойдемте сразу со мной, как бы мы сольем. Немного. Раз. Ух ты, я бы не советовал, я не советовал, его Кличко строил. Ну хорошо, бля, ну он выглядит как-то безопорным таким, соляру можно слить. Ну или налоги взять. О, ёб твою мать, что это было? Произошло? Это пространственные аномалии в комплексе, это продаст. Понял, алкаш, смотри, нажрался уже. О, накололся, смотри, шприц. А там еще осталось, о, дай проверю. Конечно. Это... Ёпперас, это что со светом? Блин, я не хочу свет чинить. Придется. Не хочу. Нужно сообщить как бы на постовую, что у нас тут алкаш. Ой, сало, сало, сало. Ладно. Я, кажется, на секунду в зазеркалье попал. Будем считать, что это база. Понимаю. Да, да, кто меня там звал? У меня перерыв. А, инженер, мы на вам охрану. Перекур, перекур. Где находитесь, прием? Сейчас скажу, возле ноль... Возле там, где пес большой хранится у нас, да. Угу. Раньше хранился. Прошу, тогда просьба ждать там, мы скоро подойдем к вам. Хорошо, подходите, чай не забудьте, давайте. Во, подеюсь, ты положил на стол кружку чая. О, взяли все-таки. А мы тут ничем и криминальным не занимались, просто ждали. Вы лабораторию не пролейте, да, собственно, вот. Да постараюсь. Готов представить лейтенант Шпеер. На данный момент он... Лиц, я думаю, все. Я могу вопрос задать? Но лично да. Это его реально фамилия? Шпеллер? Шпеер, без L. Шпеер? Да. Ёпта, блядь, кто тебя так называл? Ладно, лейтенант Шпеер, будете помогать мне носить канистры для генератора? Да, еще, кстати, инженер, хотел бы попросить, у нас отопление работает. Как видите, тут минусовая температура вообще. Это нужно, это так придумано для сохранения реагентов, чтоб не протухли. Во. Мне оказалось, вы инженер, а не биолог. Так мне так биолог сказал. Типа, не включая отопление, у нас все равно субсидии не выделили на газ. Так просто что-то. Потом просто до класса только жаловался, холодно, дел нет. Да пускай денутся, просто замахали. Так у нас нет ничего. Ну блин, проще намного дешевле купить пару одеял, чем топить вот эту всю херню каменную, понимаешь? Ну пускай костер разведут, я не знаю. Ты классно придумал. Это дровами будем топить. У меня денег нету, чтобы вот это все оплачивать, опали. А это все к менеджеру тогда. В любом случае, мы всегда можем наколоть тротила и как бы разжечь печку. Мне кажется, немного громко будет. Есть, правда, шанс улететь нахер в космос. Ну это такое. Работы сотрудников. Будем ближе к Богу. Ну да. Только выиграли. Я являюсь священником. Моя камера находится в ПТ-00. Так сказать. Не камера, а точнее... С каких пор у нас наняли священника? Понял, просто странно чуть. Научное дело сотрудничает с церковью. Я думал, мы тут все метисты. Почините свет. Свет, почините. Да, это проблема не у меня, а верхнего трансформатора. Это уже не моя, как бы, прерогатива там чинить на улице все. Господи, за что мы вас наняли? Ну, чтобы компьютеры чинил, алло. А свет? Так свет это не моя проблема. Это нерешаемая проблема. Свет как бы боженька подает, а я в него не верю. Мне инженер передал, что за проблемами с освещением надо обращаться к священнику. Вот генератор, работай ручками. Там гайка, отвертка и свет. Понятно. Сейчас что-то сейчас сделаю. Ready to engage. Что-то она орёт очень страшно. Мне кажется, это стоит выключить. Да, ну нафиг, это эти ваши разгоны до 5 ГГц. Как бы инж... Да ну что такое?
Нужно в РЭС местный позвонить. Буду жаловаться, что тут все очень плохо со светом. Так а я при чем? Не заплатили просто. Инженер, иди сюда. Я могу вам давать ее сколько захотите. Что такое? Ну, свет, почини шутки. Да ну это не я, там верхний трансформатор прорвало. Я за это не отвечаю, там местные власти работают. Мы ж в Житомире, блин, ты забыл? Не понял. Что это, заметили? Я думал, мы в Житомире. Погодите, а мы где? Я не знаю, флаг похож на испанский. Испания. Флаг в Житомире. Да не Житомира, это в Житомире другой флаг. Это... Не важно. Индонезия разве? Это Беларусь. Что такое Беларусь? Да явно Индонезия. Зеленый лук и красная фигня. Это, короче, это... МММ. Понимаю. Красный означает социализм, зеленый означает пшеничное деньги. Поле, я не знаю. А, деньги, да. Деньги, ну, МММ, деньги. Да не клеится оно с капитализмом, с коммунизмом. Да, в смысле не клеится? Социализм и деньги. Бред какой-то. Какой флаг Беларусь? Да это Испания, блин. Я же говорю, это флаг МММ. Да нет, это флаг Испании. Ладно, пойдемте дальше, замахали, блин. Мы все равно в Житомире, отсюда выхода просто нет. А че на посту никого нема? Отлынивает, ой, кофе. А, блин, это нужно ща. Тут да, я понял, я там просто сёрбну и это все. Это для вас, для вас. А, не, я уже перепил, у меня же давление скачет, спасибо. Блин, ну ладно, я выпью. Ты сейчас умру нафиг. Чего? Флаг Испании? Это флаг МММ. Да. Это флаг Испании. Это флаг Житомира. Да нет, Житомир выглядит по-другому. Powerin ITA 118. Амперы проверьте. Много амперов пишет, много. Много? Это надо напряжение снижать. Да чем? Сейчас взорвется. Да сейчас взорвется, не надо. Да все, я, конечно, все. Понимаю, вы профессиональный там, но... Я тебя прошу, давай поосторожнее. Да и попытаюсь. Я флаг, профессионал да. своего дела, нормально все. Со мной можешь не бояться вообще никого, ничего. Я такого профессионала сколько потеряю, если дальше так вести себя. Тот человек зигу кидает. Кто его забетонировал? Давайте, новый французский стеклопакет. Я могу прогуляться. Ой, объект по комнате. Сейчас буду пытаться, но не обещаю. А вы итальянский этот? А. Ну, в принципе, а... Не то немного, сейчас все будет. Форточку можно использовать. Ой-ой-ой, хорошо, ищина. Инженер, мне кажется, Денисом не... А, сейчас я... Почти! Портился в момент, когда он... Нормально, не пройдет. Точно? А, ну да, все. Добрый день, вам что поставить? Я, пожалуйста, тихо. Стол операционный. Я попробую, не, ну не обещаю. Что это было? Твою мать, обратно елка из розетки. Вот вам елочка. Она мне не нужна. Ну ладно, сейчас уберется. Нормальный стол, не кривой? Можешь? Ну, пойдет. Спасибо, я старался. А, кровь не будет видно, кстати, во время операции. Удобно. Да, да, да. Не мыть можно. Одни плюсы. Да, только победили. А что у вас тут за флаг висит? Это Испания, да? Да, ё-мо, никто не знает, что это за флаг. Мне напоминает Афган. Ну, вроде Беларусь. Афган? Ну да, Афган. Да, думаю, Афган, и правда. Блин, мы... Точно не Вьетнам. Да не, Афган. Не, не Вьетнам. Все-таки Афган. Или все-таки ну, Испания. Оборудование медицинское. Да ёб ты, блядь. Ща все будет. А второго нету? Кого? Второго? Инженера. Да я тут самый лучший, вы о чем? Норм тема. Ой. Да. Ёб твою мать, это что такое? Что за карлик? Ну, где вы висите? Господи, ну, по-моему, оно страдает. Да, мне кажется, а, блин! Что ты тварь за такая? Что у него за звуки странные? Ну, нам надо дальше, там с деблоком проблема. Ну давайте, пойдем, беги. Да, это не аптечки. Я сейчас... Он таблетками бросается. Ты пойдешь с нами. Куда? Ну спасибо. Узнаешь. Все, я все сожрал. Это же мармеладка. Она кидает колеса, таблетки, понимаешь? Пойдемте. Я уже обожрался, если честно. Аккуратно. Не понял! А, это из-за этого дебила, блин, она работает. Я и забыл. Чуть не поджарила. Прием, я нашел вашего потерянского. Инженер, срочно идемте. Инженер, срочно идемте. Да иду, идемте. Иду. Что такое? Микроволновка не работает. Я сейчас такое расскажу. Инженер, у вас рация есть? Помните, кстати? Да, батарейки сели. Если честно, я пользуюсь только голубиной почтой. Отойдите, а то вас разрежет еще, я не знаю, блин. Током ёбнет. Почему ты просто тыкаешь? Тихо, я инженер. Например, да, так ты и чедешь, да. Ремонтирую, как могу, блин. Сейчас что-то буду думать. Я пытаюсь.
Она, блин, китайская. Дурак ее делал, покупал. Ёб твою мать. Это что такое? Это что, ракета? Вот только вы у нас под такой дозой бегаете. Это ваша? Да нет, не ракета. Не, блин, это что-то это... Контролер из Сталкера. Срочно надеваем шапку из фольги. Инженер, каково состояние гермоворот? Вы сможете их разблокировать? Нет, не могу, они заклинили. Алло, менеджер, да. Менеджер. Смазки нема. Подождите. Бля, у нас реально контролер. Что такое? Все пойдемте ему, подождите. Пойдемте, найдем ему и жопу надерем. Инженер, вы куда? Искать и пробки где выбило. Шо, шо я тебе скажу? Я вас могу выбить пробки, только в серверную, наверное. Ну пойдем в серверную теперь. Дурак этот комплекс сделал, просто дебил настоящий. То есть свет работает, это, точнее свет не работает, эта херня работает, понимаю. Что? Вот эта херня работает, а свет нет. Слышали, инженер? Вот это да, вот это шприцары. Инженерам надо срочно идти отсюда. Почему? У нас на воротах А неизвестная аномалия. Говорит капитан Александр Сазонов. Ёлк твою мать. В комплексе имеется неизвестная... Александр Сазонов. Это что за скотина такая? Инженер! А что инженер? Я пытался починить, меня туда забрали с моего рабочего места. Инженер, вы не можете все двери закрыть и все вентиляции? Сейчас могу. Давай хоть что-то, давай! Ой! Инженер, вы шмаляй по нему, шмаляй! Он тут! Отходите от вентиляции, не надо стоять! Уходим! Назад! Но тут! Я заблокировал ход, забаррикадировал. А ну, вентиляцию заблокируйте, вентиляцию, инженер. Как заблокировать? Как я тебе? Давайте, я сюда закрою. Сюда. Как ты хочешь заблокировать вентиляцию? Иди сюда. Поставить что-то, хоть как минимум. Все. Инженер, это прекрасная идея. Забуровать нас, чтобы оно когда выскочило, мы не убежали. А, блин, ладно, и правда хреновая идея. Инженер, уходи быстрее. Инженер! Сюда! Менеджер, вы где? Крокодил, инженер! Да мне нравится! Давай сюда! Сюда! Заходи! Закрой! Да закрыл! Закрыл! Пожертвуй собой, откройте! Что? Все! Вот тут еще три! Инженер! Попробуйте! Закрыл! Она здесь! Инженер, срочно! Оно сюда идет, РПДшник! Закрой! Я все позакрывал! У кого-то Закрой! Инженер! Я пытаюсь сделать, что могу. Бежи. Вперед! Ну как там с деньгами? Он справа. Идем быстрее. Инженер, работайте, инженер. Инженер. Открывай. Взламывай Пентагон, давай. Да делай что-нибудь. Она не открывается, что я потом и сделаю? Будь полезен. Будь полезен. Ну переразбери, не знаю, там батарейки, блин, не знаю. Да нужно вытянуть батарейку биоса, я не знаю. Поджать между дверями. Давай, ломик, не шик. Давай. Ты сейчас перепрыгнем через парика, а, ну теперь не перепрыгнем. Мобильная оперативная группа. Что такое? Че вы встали? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и коммент обязательно.